Батыр Байназаров представил на суд слушателей свою новую сольную песню под названием «Кузаим». Ни для кого не секрет, что это саундтрек к сериалу, в котором солист Ринго еще и засветился в главных ролях. Впрочем, у нашей редакции сразу возникли вопросы, а не планирует ли Батыр пойти по стопам своего согруппника Адылжана Умарова и тоже заняться своей сольной карьерой. Впрочем, продюсера Луа Конарова эти наши догадки опровергла и сказала, что саундтрек был написан специально для сериала и ничего больше за этим не стоит. Тем не менее, она также пообещала, что через пару месяцев всех поклонников Ringo World ждет приятный и неожиданный сюрприз. А вот какой именно, она рассказывать не стала. Так что оставайтесь с нами, мы будем следить за развитием событий.